Капрал. Ди, у меня к тебе вопрос. Как городской парень с восточного побережья тут оказался? Ну, собственно, я служил с парнем с Лонг-Айленда. Такой акцент ни с чем не спутаешь. Серьезное дело. Я тебе вот что скажу. До того, как все накрылось, у меня был веб-сайт. Нужна пушка есть пушка.ком. Господи, так вот где я тебя видел. У тебя было свое кабельное шоу. Мой старик очень любил его смотреть. У твоего старика был вкус. Да, было такое шоу. Я ездил по стране, в провинцию на выставки, по блошиным рынкам, все такое. Ну, провинциальнее, чем вот это, не бывает. Пожалуй, так и есть. Капрал? Слушай, хочу сказать тебе кое-что. Ну? Я тебя раньше знал. Ну, не лично, но... Я из Фервелла, как и ты. Мы с друзьями всегда смотрели на вас, то есть на бешеных псов. Как вы в коже рассекали на байках. Вы казались такими отвязными. А, вот значит как. Да, правда. У меня была куча времени. Мне пришлось бросить учебу. Девушка залетела, стал искать работу. Слушай, если когда-нибудь, типа, соберешь банду, псов или другую, я с тобой, ладно? Я готов. Особо на это не рассчитывай. Ну, конечно. Да это я так, к слову. Пока, Капрал. Нет! Шатун! Есть. Надо перезарядить. Ничего себе. Не пропадать же мясу. Thank you.
на что-то сгодится. Еще один трофей. Ну, наконец-то! Канистра. Вот так. Хорошо.
Yeah.
Вот так. Хорошо. Бродяг, вот эти козлы и устраивают тут повсюду засады. Еще один микрорегистратор. Да. А что здесь случилось? Эй, ты завтра дежуришь? Забыл график грабить. А вы? Да. Меня сразу на 4 дня подрядили. Так вообще можно? Подрядили же. Ну да. Значит, можно. У нас много работы, а времени мало. Да, я понимаю. Но правда ведь, док, они нас как-то плотно запрягают. Недостаточно. Что, вам некогда было поиграть в шашки в своих отапливаемых бункерах? Сочувствую. Еще один инъектор. Хорошо. Перебить всех до последнего. Thank you.
нападение! Боеприпасы кончаются. Но все, не уйдешь. Это мне нужно.
это последний. Все, больше вы уже никого не подкараулите. Бункер. Да, наверняка у них был бункер. Найти бы только. А вот и люк. Спускаемся. Это что? Карта? Пометки? А, хорошо. Тут какие-то бумаги, заметки. Это инструкция.
Вот так. Хорошо. Олень на дороге. Ну, теперь ты не грозит попасть под машину. Где оно, твою мать? Ведь рядом где-то. Ah!
Чую по запаху, гнездо где-то рядом. Еще одно. Сейчас мы его спалим. Гнездо. Должно быть где-то здесь.
Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. Тут еще одно гнездо. Сейчас мы его... Okay.